Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Значит, сегодня посмотрим, как Steam слегонца лоханулся на новогодние праздники. Значит, идет сейчас глобальная скидка до 2 января в Steam, ребята. И кому интересно, значит, заходите, мониторьте, смотрите, тут скидки есть даже на 90% на игры, как бы. Вот. И сейчас я вам покажу. Всем, конечно, игрушка всем до боли знакомая. Mortal Kombat, да. Сейчас идет акция на саму игру 66%, да. Ну и на две DLS-ки тоже 66%. На саму игру 50%. Но заметьте, ребята, одно могу сказать. Вот сейчас вам, смотрите, здесь игра стоит 449, идет комплекты, да, Mortal Kombat, значит, тут выбираем, этот 162 стоит, этот стоит вот столько, так, да, и как посмотреть нам комплект, давайте нажмем на него, вот, значит, смотрите, ребята, игра стоит со скидкой 66% 162 рубля, комплект XL стоит 237, но в комплект, ребята, входит, смотрите, сама игра, пак и Combat Pack 2, который вот здесь будет продаваться, то есть полностью все в комплекте идет за стоимость 237 рублей, 700 рублей так это все стоит, да, просто-напросто, как бы, вы покупаете сразу игру и два комплекта DLS-ки, то есть вот этот и вот этот. Так что, ребята, не упустите, кому интересно, за такую цену, как бы, полностью игра, которая стоит 470 вообще в Steam, да, один пак стоит 700, второй стоит 898, 900 рублей. Можно сейчас до 2 января успеть, ребята, ухватить сразу полный комплект Mortal Kombat. Значит, игра идет одиночная, несколько игроков. Значит, смотрите, тут игра 15 года, вышла 14 апреля. Я думаю, что довольно-таки достойная цена за 237 рублей отхватить сразу игрушку с двумя DLS-ками, которые стоят, в общем, здесь 479, да, 699, 1100, еще 890, ну, короче, грубо 2000 рублей, да, все это стоит, ребята, оп, 237 рублей. Я отправляю это в корзину себе купить, значит, она у меня даже, по-моему, есть в корзине уже, да, вот она у меня есть уже в корзине, и все, ребята. Всех с наступающим, мониторьте, кому интересно, в Steam очень много интересных штук происходит на Новый год, и можно вырвать игрушку, которая стоит 2 рубля практически, да, 237 рублей. Так что, ребят, всем удачки, всех с наступающим Новым годом, залазьте в Steam, до 2 января будут скидки, успейте оторвать игрушки, посмотрите, может быть, где-то еще кто-то найдет очередной косяк стимовский, как был косяк с GTA-шкой 5, она продавалась по 20 рублей, помню, был такой момент. Так что вот, ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, всем удачки, пока, с вами был Драйвер51Рус, всех с наступающим.